привет! С вами Вольфрам, первый ярославский видеоблогер. Мне часто задают такой вопрос, в какой я программе монтирую видео. И вообще, я так посмотрел, и другим, кстати, видеоблогерам, самый такой часто задаваемый вопрос, в какой программе они монтируют видео. Я сейчас расскажу про себя, как я пришел к этой программе, это программа Sony Vegas. И это видео будет полезно тем, кто планирует что-то снимать, что-то монтировать и выкладывать это на YouTube или вообще просто так заниматься видеомонтажом для удовольствия. Первой моей программой была эта программа Pinnacle Studio 8. Она шла вместе с видеокартой, лицензионная программа. И я начал ей пользоваться просто так, можно сказать, от нечего делать. Что-то монтировать, и она мне очень понравилась, эта программа. Она очень легкая в освоении, я, наверное, за 3 дня ее освоил практически полностью. И какие-то вещи делал, какие-то видео, просто так, чисто для себя. Что-то монтировал, из каких-то фильмов что-то делал, какие-то работы. А потом, как-то было такое время, что-то хотелось какую-то другую программу попробовать. Хотелось найти, возможно, программу еще лучше, чтобы в ней было каких-то возможностей побольше, и найти, короче, идеальную программу. И одним вечером, таким, где-то 2003 год это был, или 2004, я сидел в чате и общался с одним американцем, который работал на телевидении. Я его спросил, а в какой программе вы монтируете видео? И очень даже интересно. Он сказал, что монтирует он в Sony Vegas, потому что эта программа поддерживает монтаж в HD качестве, и, в общем, скачал я эту программу Sony Vegas. Поначалу она мне не очень-то понравилась, потому что мой компьютер ее не особо тянул, но, в принципе, я в ней разобрался и, можно сказать, забросил ее и забыл про нее так, потому что на просчет уходило даже там минут 20 видео, если просчитывать, часа 2 времени. А вообще, можно сказать, что я практически все программы для видеомонтажа уже перепробовал, которые идут под Windows. Разве только вот не пробовал Final Cut Pro, потому что она идет под яблочные, под эти системы. Но для себя я уже решил, что Sony Vegas, все, больше мне ничего не надо. Можно, в принципе, работать в любой программе. Самое главное, что она вам нравилась. По сути, монтаж это что? Это вы удаляете что-то лишнее и компилируете все, связываете. Лишнее все вырезали, оставили все нужное, и вот уже готовый фильм. Видеоэффекты, там какие-то переходы, титры. Это уже что-то такое по желанию. Немногим они не нравятся, эти эффекты, немногим. Они вообще могут быть, эти эффекты, и неуместны. Это надо как бы ощущать, нужен этот эффект или нет. Сейчас, на данный момент, я считаю, что действительно две таких программы флагманских. Это Adobe Premiere Pro, монтажная программа, и Sony Vegas. Вот они сейчас в них, в этих программах, многие монтируют. Adobe Premiere Pro я пробовал много раз, устанавливал эту монтажную программу на компьютер. Что-то пытался в ней поделать, но дело в том, что мне не нравится вообще интерфейс этой программы. И вообще она какая-то для меня непривычная по сравнению с Sony Vegas. Хотя адобовские продукты, вот это Adobe Audition и Adobe Photoshop, мне нравятся. Adobe Audition это очень хорошая программа по звуку, в ней удобно работать. И вообще, мне по звуку больше ничего не надо для работы. А Photoshop это, можно сказать, такой самый известный редактор. Есть, конечно, и аналоги какие-то, но все равно в Photoshop привычнее уже работать, потому что я в Photoshop работаю уже лет 10, наверное. Так что, отвечая на вопрос такой, в какой лучше программе монтировать видео, я так думаю, что в той, которая вам больше всего нравится, которая вас не разочарует в чем-то, потому что у каждой программы есть свои какие-то плюсы, какие-то минусы, какие-то недостатки. Идеальных программ не существует. Я так думаю, надо вам найти ту программу, которая вам будет по душе, и монтировать в ней видео. Потому что если конечный результат сильно не отличается, я думаю, неважно, в какой программе вы сделали это видео, смонтировали.
А с вами был Вольфрам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, монтируйте видео, и дальше будет интересней.